Всем привет! Я вас приветствую на нашей кухне Балхай. И сегодня мы с вами будем готовить кимбап из сосиски. Это очень простое, легкое блюдо. Даже можно брать с собой на пикники и делать его очень быстро. Для этого нам понадобится всего лишь рис, яйца, сосиски. Острый соус можно заменить на кетчуп. И понадобятся листы кимб. Такие водорослевые листы, которые есть у компании Atomy. Итак, приступим к готовке. Такой кимбап у нас с вами получился. Как вы убедились, его сделать очень легко и просто. Мы использовали с вами кимб, это обжаренные листья морских водорослей, для приготовления этого кимбап. Надеюсь, этот рецепт был для вас полезным, интересным. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Instagram. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока-пока.